вырвала, принесли все для подоконника. Около 5 вечера. Подарок от Порошенко. Около 5, да. Подарок от Порошенко. Стреляли, я не знаю откуда, но вот наш дом пострадал, пострадал 14-я этажка. Потом позвонили знакомые, стадион Норда пострадал. На развилке машина сгоревшая в щель. Снаряд разорвался на крыше. Сказали, и что пролетел вент в канал. Этот самый, в лифтовый. Вент, не в лифтовой, а вент в канал попал. Вчера, находясь дома же, упало, ну я не знаю, один снаряд или два, и как раз вот мы были на кухне, и рядышком пролет, все разбилось. Мы попадали на пол же все, потом, когда выбегали, видели, что 3 этажа личный пролет, пробит же, но большие дырки, отверстия такие, все. И что получается? Убежали, живы, слава Богу, спасибо Богу, что мы живы. Ну, обстреляли, полдома нету, что не видите. Привет, Порошенко прислал нам, сука, чтоб его, блядь, било там день и ночь, падла. Она должна быть вот там, вот здесь.